Надо изучать, это серьезная тема. То есть мы изучаем, как на компьютере работать, изучаем языки и так далее, но считаем, что это высокое образование. Смотрите, есть профессиональное образование, есть нравственное образование, есть духовное образование. Раскаяние – это уже духовная деятельность. Самое высокое и труднодостижимое, труднопонимаемое образование – это духовное знание. Раскаяние происходит в результате отношений с кем-то, кому ты раскаиваешься. Нужен святой, с которым ты строишь отношения. Это может быть человек, который жил давно, так как мы неуничтожимы, мы души, вы живете вечно. Знаете об этом? Догадываетесь, вы не можете знать сейчас, потому что знание об этом означает уже высокая духовная платформа. Вы только полтора года назад начали изучать вот эти темы все. Правильно? Примерно я так чувствую. Вот. Вы не можете так быстро узнать, что вы душа. Это очень мало. Да? Это очень мало еще пока. И знание это приходит через старших всегда. Оно не приходит человеку просто из-за того, что он читает. Чтение – это деятельность ума. Духовное знание действует только через разум. Разум работает в отношениях, которых ты подчиняешься. Становишься смиренным. Надо найти себе старшего кого-то, старшего, и по отношению к этому старшему говорить: я не права в этой ситуации. Я хочу жить по-другому, я не хочу больше так поступать. Пожалуйста, дай мне знания, помоги мне. Я не хочу больше так жить. И так каждый день, много раз. Может быть, по часу в день. Вот так вот сидеть и общаться с изображением старшего. Можно обращаться к святосвященной книге. Мусульмане так делают. Можно к святому имени обращаться. Можно к святому человеку. Когда человек начинает эту деятельность, постепенно сердце пробуждается к внутренней жизни. Внутренняя жизнь – это то, чего нет сейчас в нашем обществе. Мы не знаем, что это такое вообще. Многие не знают, что такое внутренняя жизнь. Отношения вообще не строятся внешне, не строятся только внутренние. Люди думают, что у них есть отношения. Часто муж с женой живут 5-6 лет вместе и ни разу искренне, глубоко не поговорили друг с другом. Это означает, нет отношений. Просто они наслаждаются друг другом и все. Это означает, они просто существуют. Жизнь человека протекает только в глубоких отношениях, которые происходят не во время разговора. Они происходят до того, как. Надо садиться рано утром и сначала строить отношения с чистыми людьми. Эта чистота входит в сердце, и она дальше живет в остальных отношениях. Это означает нормальная жизнь. Все, что мы видим вокруг себя сейчас, то, что написано в газетах, журналах, мы видим по телевидению, это все разрушает нашу внутреннюю жизнь. Почему? Потому что все это настраивает нас на внешнюю жизнь. Нам не проповедуют по телевизору слишком часто. Мы не получаем искренних отношений. Все пропитано цинизмом, политикой. Это все разрушает веру людей в то, что есть чистота, есть что-то настоящее. Значит, надо искать этих отношений, искать их. Потому что все равно они есть. Это основа жизни. Без них невозможно жить. Когда человек имеет такие отношения, он раскаивается перед тем, кому он верит. Надо сначала понять, что это чистый человек. Даже если ты общаешься с иконой, все равно ты не знаешь, святой это человек или нет. Но во время отношений приходит это знание. Раскаяние – это тоже жизнь, которая дает очень сильный результат. Сердце становится сильным, означает чистым. Уже для женщины чистое сердце означает вера в семью, означает правильное поведение. Женщина, которая имеет знания, как вести себя в обществе, она не строит глазки всем подряд. Она уважает свое женское тело. Она уважает себя как женщину, поэтому она не будет размениваться.
она охраняет свою красоту для близких людей.